Всем стрим-стрим, с вами Майк. Привет, шесть рэпера. Чё, кого? Я стрим перезапустил сейчас буквально за долю секунды, потому что какого-то хрена опять качество не дают выбирать. С таким сталкиваются сейчас многие люди, насколько я понял, по стриму, который я видел. И, ну, в общем-то, такие дела. The Immortal Unchained. Почему бы и нет? В общем, это игра... Я так понял, очень сильно похожая по своей какой-то атмосфере на Dark Souls. А это весьма неплохо. Ну, кроме того, что приходится страдать очень сильно, это не очень круто, но в то же время есть что-то хорошее. Может быть, в нас всех в людях заложено что-то такое, что заставляет нас хотеть страдать. Кто знает. Ладно, в общем-то, я запускаю. Как всегда, все время просрано. В общем, расписание я официально меняю. Теперь все будет начинаться на час позже, либо полчаса. Я пока еще не решил. Но позже 100% теперь будет это все оформлено. Ой. Потому что я ни хрена не успеваю вообще. Сейчас Windows Capture. Где там Immortal Unchained? Готово. Так, геймпад остался включить. Да понял я. Чё ты? Геймпадом будешь работать? О, все, кайф. Так, громковато. Вот. А так вообще непонятно. Вообще выглядит, ну, такое. Как будто что-то отстойное. Честно говоря. Ну, на первый взгляд. Прям, что по роликам, что по скриншотам, чего угодно. Короче, смотришь и видишь что-то. Что-то дешевое, что-то, может быть, даже бичевское какое-то. И отталкивающее. Охереваю. А вот теперь качество можно менять. Вот когда ставлю 1080p, оно тупит. Когда второй раз стрим запускаю, бам, все, выбирай себе качество, радуйся жизни. Че к чему? Зачем? Зачем такое придумывать? Ладно, можно начать, я думаю. Так, вроде все работает. Вроде все хорошо. Настройки, кстати, не очень вообще обширные, так сказать. Ну, то есть какие-то, в общем-то, изменения, но они все какие-то такие простенькие совсем. Я не знаю, почему мне так кажется, хотя вроде бы выбора много. Хотя бы русский язык есть уже неплохо. Ладно, новая игра. Хотите начать новую игру? Да. Как будто отказаться. Блин, так предупреждает, как будто это того не стоит. Так, one second. Так, как мне? Стой. Я хочу уменьшить чат. Все хорошо. Всем привет. Выберите имя. Узник. Мне вообще плевать, какое имя. Ну, пусть будет, не знаю. А можно русское? Русские нельзя. Ну, пускай будет, не знаю. Бомж. Выберите пол. О, за женщину можно? Фу, вот это ужас какой. Настоящая феминистка. Охереть, вот это женщина. А чем она сильно-то отличается? Ну, типа, немного грудь перекачала какими-то подходами. Но ничего такого. Жесть. Просто прикрыли повязочкой, и это теперь женщина. Ужас, вы прикиньте, у вас такая жена будет. Охереть. Так, зачем я мышкой это делаю? Алло. Я же геймпад подключил, чтобы играть на геймпаде. Что-то руки тянутся по привычке. Ладно, ну я за мужчину буду, потому что это за женщину такую играть, это какое-то совсем извращение. Интересно, феминистки этому рады или наоборот? Блин, выбирать опять эти штуки, вот самое не люблю я смотреть на циферки, характеристики. Мне бы лучше, конечно, просто по красоте кого-нибудь выбрать, но, возможно, это заставит меня страдать. Хочу кого-нибудь похожего на человека. Это вдова из Overwatch из параллельной вселенной, где все уроды. Или как наоборот, что более все реалистичное. Overwatch — это такой мультик, а Immortal Unchained — это реальность настоящая, где все намного хуже. Ну-ка, стой, женщину еще и выберу, короче. Женщина, меткий стрелок. Да. Вдова из Overwatch, прям в точности. Жесть. Фух, я на секунду испугался, что у меня отключен микрофон. Страх жизни номер 255. Так, ну ладно, мужчина, стрелец, не перекалывает, наемник. Чего они делают? Чего у них вообще меняется-то? Побывал в несметном количестве боев и драк, они предпочитают ближний бой.
Молот позволяет им буквально сметать врагов. Ну, я бы ближний бой на самом деле хотел бы, но если она похожа на Dark Souls, мне не очень прикалывает то, что тогда у них у всех пушки. Хотя, он ближний бой, а в руках у него все равно автомат. По-моему, стрелять придется очень много. Следопыт, быстро передвигающиеся охотники, тактический прицел. Так, искусность, восприятие. Вот, ну, что это значит? Ну, я без понятия, как я буду это выбирать? Вандал. Вандал красненький, конечно, прикольненький. На God of War чем-то походит даже. Ну, в смысле, на Кратоса. Этот похож на Рейдж. Ну, и чё? Мастерство, проницательность. Мастера разрушения. Они используют оснащенные гранатометами винтовки защитников для борьбы с группами противников. Добивают тесаками. Вандал достаточно подвижен, чтобы уходить от опасности. Врожденный шаблон спектр. Это повышает их сопротивление. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Блин, может в чате кто-нибудь знает, кого лучше тут выбирать? Ну, или типа какие-нибудь объективные плюсы и минусы. Это на Destiny чем-то походит. Мне нравится, как он выглядит. Побывали в несметном количестве боев. Блин, ну может его все-таки ближний бой. И выглядит красиво. Короче, либо он, либо вандал. Следопыт, уродские какие-то по бокам. Такие херни, как будто он, не знаю, седина лысого старика. Как-то не очень выглядит. Да они все уроды так, если посмотреть. Жуткие какие-то. Это Immortal Unchained. Это если Фаргус была бы, знаете, обложки делают по приколу фаргусовские. Вот Immortal Unchained, это что-нибудь там, не знаю, уроды. А второе слово я не знаю. Уроды. Ладно, слишком долго думать. Легче просто выбрать. Ну, пускай наемник, ладно. А, можно и тут еще что-то менять. Блин, а почему нельзя человека сделать адекватного? Тип кожи. Красного тоже можно зафигачить. Золотой. Блин. Ну, даже не знаю. А есть... Ну, да, есть белые. Все. Ну, вот черный как-то по дефолту выглядел ничего так вроде бы. Ну, только нихера не разглядеть. Прическу можно брать. Ну так-то графика не то чтобы совсем ужасная, но она такая. Такое, короче. Так, есть что-нибудь нормальное? Что за... Господи, как я мог забыть? Аниме. Наруто, да. Я не сильно смотрю аниме, но это было бы, не помню, странно. Очень Destiny чем-то отдает, даже не понимаю, чем именно. Ну, я хер знает, ну, пускай такое будет. Детализация? Что такое детализация? Бородень. С бородой они еще страшнее выглядят. О, господи. Что это, встроенный iPod? Что там еще? Это чтобы ролтон удобно было есть. Типа берешь, лапшу зацепляешь и сразу в рот. Ну, это все стандартные, какие-то херни ужасные. Ну, в чем вот это вообще плюс этой штуки, чтобы не видеть? В зеркало не смотреть никогда. Ладно, пусть ничего не будет. Цвет. Цвет явно не хочу зеленый. Как-то это совсем уродство какое-то. Они тут все зеленые. Серьезно? А выбора по цвету как-то нет получше? Что-то как-то вообще не очень. Ой, срок действия вашей Windows истекает, как надоело это уведомление. Надо что-то с этим сделать уже, если вы понимаете, о чем я. Ну, блин, можно просто черный тогда, я не знаю, если они все зеленые, уродливые. Жесть какая, красный бы какой-нибудь. А, стоп, цвет корней. А, во как. Тупость как еще корни. В какой игре вообще помните хоть одну игру, где корни можно было красить? Я вообще ни одной в жизни не вспомню. Ну, чего там есть, ладно. Зеленый преобладает почему-то. Уродский такой в гамме. И это почему так-то? Где другие цвета? Выбор как-то супер ограниченный в холодной гамме цветов именно. Вот это что это? Тоже зеленый, темно-зеленый. Можно яркость зеленого, короче, менять. Вот и все, что можно. Интересно, почему так? Это как-то тупо совершенно. Цвет кончиков, чёрных корней. Ну и чё? Блин, не понимаю ничего. А сейчас другие цвета. Как это работает вообще?
Эмарь такой жесткий, блин, да что это? Ничего не понимаю. Яркость это что ли или чё? Как корни красят волосы? Я понятия не имею. Я что, парикмахер или чё? Почему меня заставляют так выбирать тупо? Ведь где гамму просто сделайте мне, блин, не знаю, окошечки с цветами. Зачем мне вот это все? Я что, это что, симулятор парикмахерской? Тут прическа-то не так уж много, а вот цветов, чтобы выбрать какой-то... Просто красный цвет, чтобы выбрать, это я не знаю. Я сейчас сколько уже сижу? Ужас. Да это не красный, бордовый какой-то, но это единственный близкий. Блин. Такой что ли? Ну я не знаю, да какой-то отстой. Ну тут уже розовые какие-то пошли. Блин, просто цвет. Jesus Christ. Я уже хочу пролистнуть этот экран. Я не могу всю игру бегать с зеленой башкой. Это идиотизм. Но они все зеленые. Я однажды красил голову в зеленый. Это было на Хэллоуин. Я косил под Джокера. Стыдно было, конечно. Ну, в смысле, потом вспоминать. А так было довольно прикольно. Я же потом на работу еще с зеленой головой ходил, прикиньте. Ну, это какой-то ужас. Просто что за херня? Я хочу просто красный цвет волос. Какой-нибудь таймер бы засек, посмотрел бы, сколько я уже этим занимаюсь. Походу, просто черный придется оставить, я не знаю. Корни выбирать, все остальное, что за идиотизм, а? Вот жизнь же усложнили, а? Это самый худший редактор персонажа, который я только видел. Да. Че, чат, как жизнь? Есть кто живой? Ну пускай такое. Че там, татуировка? Ужас, ужас. Почему не все под обезьян каких-то косят? Блин, мне уже интересно по сюжету узнать. В чем тут суть? Почему тут столько бичей? Почему не все такие уроды? Татуировка на теле. Так, надо запомнить, татуировка 1. Мне нравится, что она на Destiny похожа, честно говоря. Так, ну еще вот это нормально. Ну как? Ну, в смысле, это надо совсем крутое воображение иметь, чуваки, чтобы вы тоже могли представить, что это Destiny. Ладно, проверю перед тем, как все это начинаю. Все ли нормально везде? Нет, все как-то не очень. Все-таки даже сказать очень не очень. Ну, вроде везде все равно все идет. Как-то нормально. Ладно, далее. Уверен, что закончили? Да, я не уверен, но... Запускай, братан. The sun would grow dark and cold. A bone-chilling wind would surge from the deepest pits of the abyss. Какое-то время? Какой-то год? И где это? Это Казахстан? Чего это за херь? Harbingers of destruction. Left to its own, this wind would bring war. Че? Какие-то очень сомнительные посты ВКонтакте. Топ анимация. Лор очень непонятен. Beasts would break their bonds and flood the soil with their poison. Что-то я надеялся, что эти катсценки мне объяснят сюжет, но я ни хрена не понимаю. То есть мне ничего не объясняют. Точно, Destiny. Такого уродливые все.
Ну почти. У этих свет, у этих черные сердца. God of War Ascension. Обложка. Гуглить. This is the end of times. Еще Infamous напоминает. Второй, первый. Какие топовые игры. Как бы я хотел сейчас переиграть в них. Хоть PS3 покупай. Ну, графона нет ни хрена, конечно. Здравствуйте. Это был наш персонаж. Че, я играю? Нет, не играю. Кто мы? Че происходит? Почему мы не вырвались раньше? А ему было по приколу все это время в этой коробчонке сидеть привязанным просто так. Когда встал со стула, у тебя нога онемела. А там, между прочим, ничего и нету, то есть. Как он там был? Это дно открывалось или что? Морозное, чё? Какой свет яркий. Что делать? Так, ну перекаты, понятно. Ядро, тайные подвалы. Google Translate Edition представляет. Кстати, еще даже название игры, логотипа не выставили. Офигеть, я эту касценку 2 часа смотрел, теперь смотри, как эти ворота открываются снова. Товарищ, подскажите дорогу. Я тут не местный. Музыка такая эпичная, как будто я не знаю сейчас, что будет. И стандартная такая. Можно упасть. Не буду проверять, ладно. Напоминает игру вообще-то очень сильно эту. Эхо. Или как она там называлась. Блин, тоже клевая игра. Скучная немножко. Многим неинтересная, видимо, будет. Но игра клевая. Так, ну и чё? Надеюсь, меня никто атаковать не будет. Ну, то есть, до того, как мне пушку дадут хотя бы. Большой зал значит, найти. Ну и чё? Б, чтобы уклониться. Тихо, а приседать можно? Видимо, нет. Видимо, только уклоняться. Так, ну окей. Сохраните игру с помощью обелиска. Вот это обелиск. Что происходит? Видимо, это? Какой обелиск? Как сохраниться? Ой, это что такое? Там счетчик идет? Ого, ни хрена себе, это что для... Так удобно сделали для спидранеров? Кто-нибудь в чате знает, как обелисками пользоваться и как это все делать? Навряд ли, никто еще не играет в эту игру вообще. Да какого обелиска? Ну, у меня нету обелиска, видимо, да? Или что? Так, ладно, я понял. Настройки управления, где? Громкость, чувствительность, прицел. А! Ага, понял. Нету настроек управления. Гадайте и угадывайте. Поле чудес, добро пожаловать. Или что, вот? Ну, неужели? Странно. Первый раз вижу, что была настройка управления прямо в меню. Так, смените оружие, смените расходник, смените оружие, движение... Круг оружия, прицелиться, огонь, взаимодействие, перезарядка. Ну, типа, взаимодействие на А? Нет, не работает. Можно оружие посмотреть, круга тоже нету. Ладно, видимо, нельзя сохраняться, я не знаю. Может, у меня нету еще обелиска? Используй обелиск, чтобы взять чертежи оружия. Да вы шутите, что ли? Пакет данных. Где загружать-то это? Ну, цветовая гамма, конечно, супер удручающая. Я надеюсь, локации менять хоть немного будут. А, ну вот обелиск.
Обелиск. Улучшайте, настраивайте своего персонажа. Окей. Что тут есть? А у меня деньги, что ли, есть? Уровень 1, цена. У меня 200 рублей. Ну, спасибо. Оружие. Ячейка основного, вспомогательного и заблокирована. Так, окей. Автодробовик. Сорви головы. Лом. Ну, используй, окей. Лучше, наверное, тоже у меня денег никаких нету, правильно? Базовый компонент. Блин, я не знаю, шрифты и гамма просто невозможно смотреть. Это устанешь играть. Морозное клинок. Я же говорю, Google Translate Edition. Грубый пистолет. Пистолет тюремщика. Даже не знаю, что из этого лучше. Урон 11, там всего 4. Ну, пускай стандартный пистолет, окей. Аспекты, живучесть. А что мне надо? Активировать это или что? Постоянное физическое упражнение, суровое, но необходимое меры. Они закаляют тело и позволяют дольше протянуть бою. Увеличивать здоровье. Ну, используй. Это временная штука или что? А это что? Аспекты. Блин, лучше, наверное, не буду трогать. Что такое отправиться? Быстрое перемещение? Джибзы. А, понял, они просто меняются слотами. Окей. Ну, пускай живучесть, пока не научусь играть. Сохранение, я так понимаю, автоматическое. Так, дробовик. Ой, нет! Я потратил единственную гранату, видимо. Кнопочка вниз, менять оружие. Вверх и вниз. Так, это менять штуки всякие. Лечилки 3 у меня есть. Ну ладно, понял. Я ничего не понимаю, сколько тут FPS? Я так хочу, что... А, супер отстойно. 48? Почему 48? 49? Тут такая оптимизация ужасная. 40 FPS? За что? Не может быть такого. Я смотрю, что-то некомфортно как-то. V-Sync. Ну, отключи, допустим. 45. Что-то лучше не становится. Кстати, пауза не стопит игру. Это какой-то бред. А почему так отстойно? Ну ладно, пофигу, на стриме там 48 или что FPS. Напишите в чате, заметили ли вам просадки, а? Пожалуйста. Так, ну и что? Ну дальний бой, наверное, с пистолетом. Жесть. Тут сенса на миллион позиций стоит. Офигеть, невозможно. Я извиняюсь за то, что лезу в настройки. Сейчас все это пройдет. Сейчас вначале лучше все это решим. И больше заходить я не буду в них. Чувствительность камеры. Меньше. Не-не-не, или что? Что такое умный прицел? Ну так получше, но... Но не намного. Это именно в прицеливании такое не очень. Блин, аж в Surge 2 захотелось поиграть. Ну пусть так, медленнее, конечно, но... Ну-ка, на мышке как? Блин, вот на мышке нормально. А здесь неудобно. Но переключаться не хочется. Ладно, пускай так. Что перезарядить? Кнопка А для перезарядки. Вот какой гений ты придумал. Офигеть. Забытые байты. А как ближний бой? Ну так, ну-ка еще раз. Он так странно на пистолет смотрит, когда перезаряжается. Хм, прикольно. Как-то непривычно. Так, ну окей. Блин, какая же душная локация. Силовую атаку. Как
какое-то прицеливание супер отстойное. Ладно, я на... А это бесконечная штука? А есть стелс? Что-то как-то не очень. Так, отскоки есть, все дела. Как жизни сильно отнимаются. Ну перезаряжайся, блин. Тихо. Очень странная, конечно, тема. Это какой-то Dark Souls на минималках по боевой системе. Типа за место крутых боев ближнего боя здесь просто автоматы. И Лего Биониклы как враги. Так, ну заканчиваем. Тихо! Блин! Стоп! Отмена лечения. Так, шернемся. Сложно с щитом с этим. Как я должен с ним бороться-то? Стой, 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 блин, на ту кнопку. Ну ладно. Разберемся. Управление неудобное на геймпаде. Прям вообще, я не знаю, что не так. Во все Dark Souls удобно всегда играть. В это нет. Так, мы перезаряжены. Я бы шарнулся еще. Полную хп восстанавливать, что-то ни внимания не обратил даже. Надо будет глянуть в следующий раз. Так. Чё? Ну и их будет много. Интересно, это длинная игра? Мне так хочется, что она супер длинная. Один из сериев указов применяю для разблокирования дверей. Не знаю, что это. Рычаг. Так. Я хочу уменьшить размер вебки. Мне кажется, она слишком большая. Пускай так. Эх, чат какой-то глухой сегодня. Грустно. Блин, жалко, нельзя в настройках управления сменить на Dark Souls-овское. А может можно? Вот. Не. А. Так, так, так. И все? Бесполезная настройка. Ладно. Дальше будем бегать на L3. Понятно. Ну, ждать каких-то, не знаю, глубоких характеристик оружия, я думаю, не стоит. Каких-то баллистик и все такое. На это здесь тоже смотреть не надо. А что такое-то? Алло, патроны кончились? Лол, а где их искать? А есть альтернатива? Как ближний бой-то, я так и не понял. Он есть тут вообще или нет? Ну, там же был навык. У меня аж перс под ближний бой я выбирал. Было написано. Блин, что-то не очень понятно. Ладно. Еще они похожи на врагов из Resistance. Какая-то солянка. Но дизайн отстой, конечно. Персонажей, локаций, всего. Все уродское какое-то совсем. И дешевое. Как будто студенты разрабатывали. Может, так и было? Но я ни черта не знаю. Даже не чтобы использовать расходуемые предметы, наподобие шприцов и гранат. Спасибо, игра. Вовремя. Да, шприцы наполовину, короче, восстанавливают. Ладно. Буду знать. Так. Поднял ли я патроны? Нет. А где их искать? Тут какой-то вариативности в картах, что ли, вообще нет? Что-то коридор один и все. Характеристики. Привет, геймдрайв. Че кого? Чего ты радостный? Прям радостью зарядил весь чат. Полупустой. Вкусность. Скорость перезарядки. Вкусность обычно требуется для быстрого оружия. Но скорость это приятно. Восприятие обычно требуется для высокоточного оружия. Сила обычно требуется для тяжелого. Ловкость.
Уменьшение влияния ранений. Я не был у тебя давно, а что-то у тебя людей не прибавилось. Вообще жесть, все очень плохо. Я не виноват. Я делаю все, что могу. Мне еще, как я понял, очень жалко, что нельзя стримить новинки. Ну, то есть это бесполезно. Вот стал я стримить, короче, сразу во второй день Спайдермена после выхода. И что толку? Ну, типа, статистика такая же ужасная была. Просто все топовые стримеры стримят ее, все их смотрят, а я где-то на дне Твича, и до меня не спускаются. Короче, моя ниша — это всякий трэш, который не играют популярные люди, к сожалению. Ну или старые какие-то уже непопулярные игры. Нужные игры собираешь. Да, да. Почему бы и нет? Чё думаешь, это не очень хорошо? Я тоже так думал, но мне убедили, что это норм. Что с Ютубом тут и там? В смысле, что с Ютубом? Ютуб забанен остался на 3 месяца, как его... Ну, вроде как, где-то читал, короче, что 3 месяца, но его как забаненным держали, так и он пока и не работает. Ну, то есть я туда выкладываю вручную все записи, а стримить не могу. Ну, может... Ну, то есть как-нибудь... Надо ждать. Я вроде в техподдержку писал, но ничего нового мне не сказали. То есть вообще ничего не сказали, по-моему. Энергия увеличивает запас энергии. Бонус лечения. Аптечки надо было увеличить, а то они правда маленькие. Так что вот. Ты донат оставь, но без суммы. А там разве так можно? Ну хорошо, я так сделаю тогда в следующий раз. Оружие... Ну, хорошо. А разве шкала-то идти будет, если там не будет суммы? Как улучшить? Улучшить. Вот рассматривать, как будто что-то красивое нарисовали. Уровень прорисовки, как будто какая-то портативка PSP или типа того, где не надо выглядываться. Где? Ну и чё? А чё вкачивать-то я могу? Мне же ничего не дают. Будет просто ставишь процент. Будет просто ставишь процент. Ну ладно, посмотрю, короче, что там, как. Или просто сменить. Ну, вроде, что-то получше по каким-то характеристикам. Пусть будет оно. Такие дела. Если это не зайдет, короче, я думаю, Лару Крофт стримить. Она сейчас вроде бы ни у кого из популярных не числится, поэтому можно будет поиграть. Может, что зайдет. Тут ничего не угадаешь. Что такое? Что там мне написали? Серьезно? Это вот так вот я должен этим заниматься? Откуда я узнаю, что из этого разрушается, что нет? Ну, пускай. Самому печально геймдрайв, вообще не поверишь. Уже не знаю, куда подаваться, что делать. Блин, ну и уроды. Еще они напоминают с Хеллбоя того чувака водяного, который в костюме ходил. Ну, из фильма, в смысле. Хотя, какая разница, он же по комиксам, значит, и в других. Так же, чувак, у меня на казино за месяц собрал аудиторию 1000 человек без раскрутки. Чувак, у меня на казино за месяц собрал... То есть у тебя на казино. Не понял. Уточни. Про казино я вообще не шарю. Я видел там что-то в топах Твича. Ты про это, что ли, казино? Я не так и не понял, что это не стал разбираться даже. Зен, большое спасибо за поддержку. Программируешь на работе в какое направление работы? Ох, какой Google Translate невнятный персонаж. Сейчас, погодь. Что программируешь на работе, какое направление работы? А я не программирую на работе. Я ж дизайнер. Я ж дизайнерю. Занимаюсь дизайном, короче, продуктовой всякой штуки. Ого, далеко как откинула.
Всякие упаковки, там, бутерброды, пиццы, там, всякий фастфуд, короче, по большей части. А, неужели меня научили бить в ближнем бою? Только он не бьет все равно. А на программиста я просто отучился и по образованию им являюсь. Но в один момент понял, что мне больше нравится оформлять программы, чем кодить их, если ты понимаешь, о чем я. Так, сейчас я вижу коммент. Я читаю коммент. 200 это каждый его стрим, до 4000 обычно. Причем он не пишет, когда будет стрим, он играет в казино. Его смотрят 2000-4000, он спокойно посылает... спокойно посылает на стриме, кто ему не нравится, и даже он не включает донат. А, так ты все про эту тему? Ну, понятно, окей. А как он поднялся? Так, я так и не понял всякую теорию. Так, в смысле бежать? А, вот, можно хотя бы поднять. Это на Resident Evil похоже, помните в фильме? Там тоже всех резало всякими штуками. Вот, такие дела. Я умираю? Чего себе, как показывается. Что-то пистолет этот полный отстой, если честно. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, Зен, про программирование или дизайн, можешь спрашивать. И в чате я отвечу. Да никак, он проиграл за 5 дней 21 миллион рублей, вот так и живет. Ну класс, чел, сорян. Я такой пиар себе позволить не смогу. Я могу купить лотерейный билетик за 50 рублей на донат и, короче, вычеркнуть на стриме и показать, что я проиграл. Но я не думаю, что это сильно мне прибавит популярности. А может, и надо завести такую, да, отдельную категорию доната, короче, на билетик и там 50 рублей каждый день, ну каждый стрим, то есть покупать билетик и чиркать перед стримом. Прикинь, один из стримов такой берет, я такой бам, 10 миллионов выигрываю. А, блин, что-то я не слежу за здоровьем. Он вообще сначала ставил себе цель 50 тысяч человек каждый его стрим. Это очень жирная цель, если честно. Так, надоело умирать, надо это... Забалтываюсь. Надо как-то это немножко подсобираться. Как в ближнем бою драться, так и не понял. В смысле нажмите X? Так вот, жму X. И чё? Так ему похер как-то, он не жмет X. Не въезжаю. Откуда пулемет-то? Не было же такого врага. 50 тысяч это, конечно, круто. Я бы стримил всякий трэш и радовался жизни. Ну и новиночки. Надо еще до Детройт будет стримить. Как раз он уже никому не нужен. В ДНС по акции диск взял. Само то. Так, перезаряжаемся. Давай, тихо, тихо. Пока что легко все равно, что я... Даже, может, слишком... Так. Окей, может, не так легко. Я что-то туплю, не смотрю на жизни. Он как-то бежит, ему как-то похеру на все. Я внимания даже не обращаю. Я понял еще почему. У меня чат перегораживает, короче, линеечки, я не обращаю внимания. Сейчас, одну секунду, подвину, вот так вот, да, вот так вот. Давай. Блин, у меня иллюстратор открыт, может из-за этого лагает? Я забыл совсем. Иллюстратор это как Photoshop, только для... Для иллюстраций. Так, ну блин, сейчас все. Разве такие игры сейчас в моде одноцветные? Да она вообще выглядит очень немодно. Я вообще не помню таких одноцветных игр, что в моде, что не в моде. Сменить оружие? Какая-то тупость, у меня нет другого нормального оружия. Она выглядит очень отстойно. Она по дизайну прям всего, что персонажи, что локации. Очень дешево выглядит. Не знаю, я надеюсь, может, по геймплею как-то зайдет. Но мне рассказали, вот по рассказу мне понравилось. Я так смотрел и на обложку, и все выглядит как-то не очень. Я думал, игра отстой. Что-то на стрим зашел к одному чуваку. И он говорит, мол, мне нравится все дела, на Dark Souls похоже. Говорит, если Серж понравился, то вообще шикарно будет.
Все, это последняя была тупая смерть. Сейчас я не умру. Вот. Я Surge 2 хочу поиграть. Мне прям Surge 1 понравился. Он хоть и не стал никаким популярным или типа того. Мне прям зашла. Я и Dark Souls, в принципе, полюбливаю. Ну, хотя... Ну, как сказать Dark Souls? Bloodborne больше. Но это же Dark Souls почти. А из Dark Souls я не так много играл. Первую часть вот немного, вторую немного. Ну, первую, я думаю, на стриме пройду как-нибудь. И вот. Так, здесь надо не умереть сейчас. Я уже начал, получается, стримы по них шли. И закончу. Вот. А Surge — это как Dark Souls, только с sci-fi тематикой. Ну, в общем, все, что мне нравится. И все так совпало. И она была очень неплоха. Хоть ее кто-то и критиковал, но по большей части в нее критиковали те, кто не играл. Так. РС. Навестись. А, серьезно? А, ну типа прицеливаться вообще больше не надо даже. Лоу. Прицел-то в игре и не нужен. На РС он просто прицеливается. Лоу. Супер странно. Я вот уже думаю, может быть, есть какая-нибудь ИНБ на эту игру, чтобы гамму делала немножечко поприятнее. Я не думаю, что... Ну, я сейчас поиграл, не думаю, что я буду ее доигрывать или типа того, допроходить. Чё за... Iron Man на минималках. А может, на максималках. Ну, что-то есть в этих персонажах такое, конечно. Захватчик стражей? А я не страж, мужик, подгодь. О, блин, стой, подгодь. Я еще не так хорошо играю, чтобы с боссами сражаться. Какие тут карты уродские, просто пипец. Они не вариативные нисколько. Так, перезаряжайся. Они, получается, просто коридор идет. Это так тупо. Это для 2018 года. Я не успел встать и вылечиться вообще. Я вообще не понял, что здесь. Я только уворачиваться успевал. Блин, хоть бы не... рядом с ним, а. Ой, жесть, какая тягомотная игра. Так и ближний бой так и не работает. Я нажимаю, не работает. Может, у меня оружие не то или что. Да успокойтесь вы, ну ёб твою. Но это было, конечно, как-то слишком тупо. Ладно, ладно. Здесь там начнется что-нибудь интересное сразу после этого босса. Че такое? Что-то горит, что-то А нажать надо было, пишут. Какая-то, видимо, ерунда. Ладно. Шорткатика не хватает, конечно, до босса. Так, ну с таким прицелом все, конечно, намного проще, но надо еще немного поразбираться. Уворачиваться от пуль проблематично, на самом деле. Бывает чаще всего. Это же тебе не отмечал вернуться какого-нибудь. Так, давай. Изи. Этот хер очень много отнимает жизни, конечно. Ну ладно, 3 шприца сохранил. Можно добежать до него, в принципе, разобраться. Да навелся я уже, все, умирай. Ай-ай. Ну такое, конечно, занятие. Блин, перезаряжается долго так. Не знаю, у меня единственная надежда, что сейчас локация сменится, и она перестанет быть такой уродливой. Потому что она нагоняет какую-то духоту совсем. Может, она и станет интересной. Но не сейчас. Так, хорошо пропускать можно. Тихо, тихо. О, блин, надо было вылечиться. Какая же это была ошибка. А я ничего не успеваю. Лечись, дурак. Глупец. А, ну, конечно, давай постоим. Какой толк от лечения? Стой.
А, не надо его обходить. Я думал, со спины только надо. Думал, он жирный совсем. Ну ладно, окей. Без проблем. Мне даже лучше. А, так тут он же совсем изишный, он стоит на месте. Тихо, блядь! Я не успеваю, вылечиться быстрее. Стреляй, пожалуйста. Братан, вставай. Тихо. Все, огонь, огонь по всех стволов. Стреляй. Блин, конечно, кончилось. Нет, вставай. Блин, сложно. Етить. База, специальный компонент. Я никогда не успею прочитать, что там написано. Загрузка слишком быстрая. Видимо, она рассчитана на какие-нибудь компы 2013 года, как сама игра примерно выглядит. Блин, может ее задерживали просто десятилетия перед релизом, и поэтому выпустили не своевременно. Может поэтому она так выглядит странно. Ну для нашего времени она выглядит очень странно, правда. Такие игры сейчас не делают. Ну то есть, игры-то страшненькими можно сделать, но то есть... Этот свой стиль просто будет, и все. Ну, то есть не страшными, а такими технологично отвратными. Ну, как Сома или Observer. Там ведь тоже все такое технологично отвратное, но все равно выглядит клево. А здесь как-то просто отвратно. Не знаю. Да и кубическая локация тоже не вызывает ничего кайфового. Ладно, я приноровился добегать до сюда побыстрее. Траченные байты. Почему байты? Блин, я не успею вылечиться. Ужас. Не забывайте следить за снаряжением. Ну что толку? Обелиск. И сюжет непонятен. Короче, очень странная игра. Ну ладно, неважно. Просто уже доиграю. В любом случае, интересно, изменится ли в ней хоть что-нибудь за время прохождения. Так, дальше. Ждем. А, нет! Да зачем ты... Когда перезарядка, он уже все не делает набег обратно, ничего. Да блин, почему ближний бой не работает? Это вот меня разочаровывает на самом деле. Не очень понимаю, в чем прикол. Должен же нормально работать. Зачем кнопка прицеливания вообще? Что-то она дает какой-то меньший разброс или типа того? По факту. Да, ребят, расслабьтесь. Вы уже умирали столько раз. Уже не страшно. Так, полную жизнь сохранил. Гранату, я думаю, сразу же потратить на него. В рожу ему кину, посмотрим, сколько отнимет. Сейчас стреляю одну обойму и кидаю гранату. Блин, не то нажал. Давай, перезарядка. Он все равно урон собака наносит. Ты взрываться будешь? А, молодец. Его, конечно, надо со спины обходить, но мне что-то не хватает. Жесть! Как-то успевать! Давай, лечись, пожалуйста, родненький. Ты урод, конечно, но я за тебя играю. Ты дебил. Ёб твою мать. Нет, когда перезаряжаться? Объясните мне, пожалуйста, а, игра. Дай добро ответ. Блин, лечимся. Есть. Так, на изичок сейчас зайдем. Давай. Ну еще разочек, ёб твою мать. Давай, извиняюсь за мат. Это же мат, да. Так, давай, давай, давай. Изи. Легкая игра. Слишком легкая. Че, он превратился в шину? В бочку? Что? Сейф. Ну и уродский же сейф. Кто придумал сейф круглым сделать? Это же неудобно. Как туда вещи складывать?
Так, ну поменять, я так понимаю, сейчас ничего не смогу на ходу. Рычаг. Это лифт, типа, такой, да? Нет, ну кому показалось это чем-то крутым? Я вот не очень понимаю. Ну вот придумывали, они сидели диз... Звук крутой, выглядит дерьмово, ужасно. Хуже первого Dead Space. Ну эффект звука сейчас был офигенный прям. Что-то прям кайфово. Ну все, кафедральный собор. Bloodborne, здравствуйте. Так, ну и чё? Наш персонаж умеет говорить, нет? Куда мы пришли? Почему здесь враги? Почему этого хрена никто не трогал? Офигенная катсцена. Просто подняли камеру наверх и типа вот, смотри. Как будто есть, здесь есть что показать. Майнкрафт. Чё, драться заставить? Чё ты стоишь-то так? Мужик, алло. Ну, какой-то он большой. Do not be alarmed if you have no recollection. The detention affects. Какая еще задержка? As such, you stand within the grand hall, the only sanctuary. Чего ж он такой здоровенный-то, а? But that too is. Прометей напоминает, но только все уродское. The dead are unrelenting. As the monolith weakens, so. Может, мы играем за школьника? Может, мы десятилетний мальчик на самом деле, просто на стероидах? Это наш батя. Что с ним делать-то? Что это за шарики? Потому что ты медленно базаришь, и ты даже не смотришь на меня. Yet it still has the power to bestow what it finds necessary. Soon to be reborn. У него губы даже к тексту не подстроены, он просто... Просто так делает. Go join with the monolith. Go join with the monolith. Где он? Как к нему джойнуться? Где коннект? Где подключиться к серверу монолита? А, во. Появилось. It is said that in the beginning there was life. Точно в Destiny. Но только в Destiny шар, а здесь куб. Stream, flowing, шар для этого выглядит намного эстетичнее. Ну, шар — это идеальная форма. А куб, что это такое? Арты, конечно, довольно дерьмовенькие. All races. But as the first children of the monolith explored the power of the stream, their worlds collided. Ну что, слишком много жду от такой игры. Она же просто среднего класса. Может, ниже. Низкого, наверное, класса. Ultimately, one race would strive for power. Че это был народ? Люди? And the instigators of the Prime Azurian War. With their victory, the Prime claimed the core, and with it, the home of the monolith. Кров монолита. Bestowed great power unto them and gave them dominion over all life. Ну и чё? Great cities were built. Technological advancements and trade allowed them. А что значит плохого-то? And thus. Ну, все зашибись. Ну и чё? Опять чернота какая-то.
Ну что это такое? Который выглядит как студенческая работа каких-то совсем молодых людей. Какую реакцию вы хотите на это? Давайте быстрее уже, а? Ну какой ужас какой. Монолит, ты скучный. Очень клево сделано. Столько фантазий. Ой, да, до свидания, дядя. Арден. Многоразовых красок для доспеха или шаблоны, по которым можно наносить краску. Блин, что-то в Dead Space поиграть захотелось. О, локация сменилась. Класс, ну-ка, что тут? Ой, блин, этот дед теперь на связи со мной будет. Как его отключить? Где добавить в ЧС? Девятый мир. Какой же ужасный дед. Я не хочу его слышать. Окей. Бабки есть. Бабки это не проблема. Пускай искусно скачается, я не знаю. Какое-то оружие было новое, вроде нормально. Христианский трубой. А чё нельзя? А какое требование? Показать информацию. 14 чего? Желтеньких монеточек? Непонятно. Ладно. И что? Энергетик? Ну так она не такая уродливая, как мне предлагали. Чуваки не парились вообще над липсинком. Так и не понял, как ближний бой использовать. Так, ну и чё? Большой сейф. Царевый указ? Чего? Мне что, царя теперь искать? Это какой-нибудь 10505 год, и здесь все еще правит Путин. Мне нужно найти его, чтобы мне взять у него указ, и, чтобы открыть сейф. Там у вас вода льется. Блин, ну вы бичи. Ну, главное, у них у всех на спине точка величинного урона. Как это называется? Да ёб твою мать! Как же долго перезаряжается. Все, я в следующий раз включаю, вкачиваю перезарядку. Это жесть какая-то. Какое же все серое и унылое. Я в шоке просто. В жизни все не настолько серое, как тут. Окей, перезаряжаемся. А, серьезно? Даже потеряли меня? Это слишком долго перезаряжает. У меня же полная жизнь была. Да.
Такие дела. Кто-нибудь есть в чате, а, товарищ? Назовитесь.